Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня будет такой внеочередной выпуск, тем более, что это все затребовано моими подписчиками, поэтому постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы. Во-первых, Александр Епинетов. Извините, если я вдруг ошибся с произношением фамилии. Возможно, заранее извиняюсь. Задал вопрос, что он купил часы вот такого плана ТВГ и не знает, как их настроить. Я пересмотрел свой обзор, действительно тоже не уделил этому внимания, поэтому показываю, как это быстро делается. Ну, во-первых, эта головка понятна для чего, да? Это настраиваются у нас стрелочки. Отодвинем их в сторону, они нам пока что не мешали. Так, теперь есть две кнопочки. Это кнопочка А, кнопочка Б. Кнопочкой Б выставляем. Я вот начал с того момента, когда выставляется год. Видите? Кнопочка А можно его менять. Я сейчас это не буду делать, потому что там до 3000 года надо менять. Поэтому я сейчас начну с этого момента. Вот меняете год. Далее нажимаете «Меняете месяц». Смотрите, вот 4, 3. Это месяц выставляется. Число. Опять проскочил. Пардон. Следующее выставляется время, часы. Минуты. Все выставлено. Поскольку здесь выставляется и год, и число, поэтому значение дня, недели выставляется автоматически. Будильник настраивается также. Просто надо щелкнуть вот этой кнопочкой. Вот настройка будильника. Вот буквочка, которая говорит АЛ, это звук в течение каждого часа. А аларм, это есть как раз и будильник. И настраивается то же самое, как я показывал. Все. Все очень просто. Покажу еще инструкции, как это делается. Это очень легко найти в сети. Ну, видимо, у кого-то не хватило времени. Поэтому с часами все с этим. Подписчица моя Кристина Мазур спросила, как вставлять картриджи в ручку. Это тоже очень просто. Я вот для примера взял вот такую Дженхау. Открываем. Если у нее стоит вот такой заборчик чернил, откладываем в стороночку. Берем стандартный картридж. Вот он, стандартный картридж. И прямо в центр. У нее будет, это уже картридж использовался, поэтому у него уже как бы отверстие пробито вот здесь вот. Если картридж новый, то просто нужно чуть-чуть добавить усилия. И раз, чуть-чуть надавить, отверстие пробивается, и все, картридж вставлен. Пожалуйста, пишите. Все очень просто. Надеюсь, я ответил на все вопросы. Если еще какие-то вопросы возникают, задавайте. Мы будем пробовать писать вот такие вот быстрые видео. Я думаю, что я сегодня же его и выложу на свой канал. На этом все. До новых встреч. До свидания.